Добрый день. А что вы здесь делаете? Сижу. А вы кто? Лесник я здесь. Вот, видишь, это все мое хозяйство. А можно я тоже присяду с вами на ступеньку? Садись, коль не страшно. Ого! А тебя как звать? Меня Денис. А моего Сережка. А Сережка в каком классе? Во втором. Надо говорить во втором. Да. О, это ее холодком прикрыло. Ишь, затуманилась. Ешь давай. Спасибо. На здоровье. А ты не по одной, ты пригоршней. Вот. А ваш Сережка уже ел? Ну, а как же не ел? Бывало, и он ел. Почему бывало? Вот, например, сегодня он уже ел. Вот ногу мозолит, терзает. Ну, скажи ты. А вроде такая малость. И такая малость может всю душу в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня. А он один дрался с товарищем? Зачем один? С мамкой? Со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. Ну, у нее там родные, друзья-приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка там живет, а я здесь. Эх. Нескладно, а? А вы не волнуйтесь. Выучится на машиниста и приедет. Долго больно ждать. Я еще одну горсточку съем и забирайте свою малину. Ну, не в этом дело. Возьми себе. Я ее просто так собирал, для всех. Ее в этом году столько много. А жалко, что такое добро пропадает. Почему пропадает? Кто ее теперь будет есть? Вот сейчас приду домой, а дом никого. Собака, да я, вот и вся моя семья осталась. Ты давай, нажимай, нажимай. Я ее тоже любил горстями. А Сережка ее любил с молочком. Нравится? Угу. Да. Ладно, ученая твоя голова, я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Вон, видишь, на пригорочке, в лесочке. Мое село Красное. Тут я и соскочу. Ну, бывай, сынок. Смотри, веди себя хорошо. До свидания. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. Обратно.